Всем привет, с вами Никита. Наверное, сейчас буду второй раз играть. Человеком, у которого 2000 подписчиков. Ну, 20 тысяч. Наверное, надо выключить звук, чтобы было хотя бы получше как-то слышно. Он там сейчас отойдет. Нет, нет, пока он просто хочет сказать. Это уже второй раз, когда мы с ними играем. Вот такие друзья делают. Сейчас придут. Так он пока там сейчас придет. Данные боя. Там не знаю, показывается, пока нет. Сейчас чат листаю. Не, наверное, уже не показывается, потому что я много каток сыграл. Да, наверное, не показывается. Там, когда мы с ним играли, я не показывала. Не было, так сказать, никаких доказательств. Но сейчас вот вы увидели. Ник. Так, ну да, да, нет. Я-то сливался. Бомбила. Так, это я на ком играл? А, на Розе. Не-не-не. Ну, где много играл. Апнул новый ранг. Сейчас вам покажу. Вот. 23-й. Мне прям очень понравилось на ней играть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я сейчас на стриме, прикольно. Вот звезда колет. Круто. Надеюсь, на стриме нет таких людей, которые, так сказать, ну, не играли, потому что если такие есть, то... Ну, просто я уже второй раз играю. Мне было бы очень жалко, потому что сейчас кто-то на стриме тут сидит и ни разу не играл. А я такой уже второй раз играю, было бы очень обидно. Ну, вроде тут никто не пишет, я не вижу, ладно. В любом случае, не откажусь. Что мне предложили, даже не верится, боже. Кто это? Челик выдавал какие-то приглашения друзей. Интересно, кто это? Непонятно. Тут, я так рад. Тут, я так рад. Только я, возможно, немного смогу играть, потому у меня собака, сами себе знаете, она сейчас, ну, в таком периоде, то есть она уже не раз вставала, ходила, ну, что, опасно. Я снова с тобой. Опа, да. Я снова здесь, ау, привет. Или оленик, привет, дружище, привет. Только бы я не слил ему опилоть. Так, все, настраиваемся. А мы уже начали? У меня тут задержка, походу, на стриме, а ну-ка. А, нет, это у меня маленькая задержка. Плохо. Ладно, сейчас, когда мы опять будем в меню, обязательно надо попробовать. Это, с какого перпога у меня задержка? Обидно. Тут, конечно, есть маленькая, так, отойди. Все. Тикай. Давай. Ага. Так, ну давай, нет, ты осторожно будь. Я-то буду, так сказать, и банки воровать, а ты сиди где-нибудь. Может ему написать в чат, типа, давай крысить. Блин, ну или просто... Да, 7 банок уже. Ну, это мне вообще не... Я привык так много банок собирать. Я сразу скажу, везде банки собираю, умираю. Поэтому не делюсь, если мы сейчас умрем. Жалко, что ты не посмотрел, сколько у него кубков на бок. Вообще, я ему посоветовал. Опачка, нормально. Тихо, у него ульта. Не ходи в ряд, не ходи. И это ульта, и у того, и у всего ульта. Так. Тр-тр-тр-тр-тр-тр. Тихо, убил. А, ну нормально, столкновение, пофигу. Нет, братан. Ладно, топ-2, нормально. А, нет. А, вообще, по-идиотски. Бывает. Нормально. Не фартанул, не фартануло. А. Ну, какое тут 2 на масс. Главное, самое, не слили. Я доволен. Ну что? Так, во-первых, это вообще нажму. А, мы уже пошли в катку? Че, неужели так? Мне сейчас показывают, что я в эфире. Ну как, не в эфире, а то, что у меня...
нет никакой задержки, так сказать. Не понял. Неужели такая большая задержка на стриме? А, ну как он сказал, YouTube болеет. Отходи, братан, нет, тикай. Тара идет, надо его прикрыть. Ай. Тихо, все, отходи. Давай с кустиков посидим. Ладно. Никто не будет смотреть стрим, как мы сидим в кустиках. Надо что-то интереснее. Только что интересного сделать? Какой у меня эпичный момент надо ему закрутить. Так, ломаем свечку. Ломаем свечки. Ходим, ломаем свечки. Как... Ай-яй-яй-яй, не подпускай! Тик, собираюсь ультануть. Тик стреляет. Сейчас еще стрельнет, да? Вот глянь, не подпускают! Вот как это сказал душный? Да вот душный. Нормально? Нет, лучше не надо. Вот лучше не лезть. Просто давай отсидимся. Ой! Братан. У них 10 банок. Братан, у них 10 банок. А где он? Блин, сори. Да. Так, ладно, он умер? Нет, он не умер еще у меня в команде. Умер, понятно. Так, все, я не солью. Включай скилл. В смысле, один за банок, не включай скилл. Тикай. Все, спамся. Ну я уже прям вообще еле дышал. Все, столкновение, можешь умирать. Блин, у меня вот эти вот друзья просто... Нет, у меня не в эфире. Проблематично. Математично. Ладно, ничего страшного. Так. Нет, мы готовы? Ты лучше найти больше. В эфире? Все, нормально. Спасибо тебе большое за карточку. А, все. Окей, ну что, будем за ним следить тогда. А, ну-ка, профи, ща. Все, ждем. Ну да, ним следить. Вчера днем не было стрима, дружище, но днем я работаю, прости, у меня не получилось подрубить стрим для тебя. Вот, и вот как бы вот так, прости. Ладно. Ну, я так понимаю, я тут уже два раза играл, то есть на том стриме и на этом. Ну, короче, я так предполагаю, буду играть в те моменты, когда он жестко, возможно, слил. Вот. А код команды, а чё по код команды не ступить? Просто хочу по приколу, типа я без заявки это пришел. Хотя, не знаю, делать такие... Ладно, не буду. Так что прости меня, мой добрый друг, в нём не получается. Вот если... А может, посмотри, ну, он, скорее всего, маленький, маленький рамир. Даже вот 475 у него сейчас набор. У меня такого нет. У меня Карл жестко слился, но... Принять. Это все равно ничего нет. Кстати, это на Карле. Ну возьми... А, блин, это, господи. Динамайк не тащит. Я его 1000 раз выносил. И за Розу, и за Шелли, и за Дэрил, и за Блэй. Чуть ли не за всех персонажей на раз два выносил. Ну, это на нем, наверное, играть надо уметь. Просто... Вот сейчас было такое, то что целых два этих нападал динамайка на меня, и я за кого бы не играл, просто нападал на них. Ну, это, наверное, были, конечно, нубы на вот таких вот, на 600 плюс кубках, нубы, да. Так, ну ладно, наверное, сейчас за ним послежу. Наблюдайте. Сам автопатч не получается. Ему попасть очень обидно. Нет, он походу сейчас умрет, Ой! Минус 2. Ну, минус 2, подумаешь, у меня минус 8. Вот знаете, не хватало мне одного кубка. И минус 8. Я вам еще покажу. Я вам сейчас покажу, честное слово. Так, вот, на Розе. На Розе у меня нет. Это немного не та картка. Так, плюс один. Где-то катка-то была. А, она вроде давно была. Ну-ка. На Розе. Вот, плюс. Минус.
плюс. Плюс, ну, как-то там было. Сейчас, найду. Седьмое место. Так, за розу. Вот так. Угу. 635. 645. Вот у меня 649. Получается, у меня 649 было. Да, у меня вот 649 было. Вот. Слил, у меня 641 плюс 8. Вот, а у меня 1. Ну и тут уже плюс 8. Все было, все классно. Тут немного по. Нет. Стоп. Ой, запутал, сам себя запутал. Ой. День путаницы. Ладно, давайте за ним еще последим. Что мне немного стрим притормозит. Вот опять, да-да-да, я сейчас вижу задержку. Что происходит? Сегодня задержка. Ой. Так, оно с какой задержкой? Ну, наверное, где-то в 2 секунды. Да, почти в 2 секунды, почти. Ну, уже 3 кубка он слил. Он же 3 кубка слил. Минимум 3 кубка слил. Мне его жалко. Ну, 3 кубка это нормально, это мало. Сейчас поднимет на раз-два, я уверен. Да что не нагибается? Плюс 7 был, нормально. В любом случае, пока не на минусе в этом стриме. Хотя бы немножко-то поднял. Ладно, пока поставлю на паузу. Ладно, давайте пока, пожалуй. Тут. Поднимем Мортиса на 550. Ну тут прям за Мортиса вообще зажимает сложно. Ну в кусочках посидеть. В любом случае, какой-то контент надо снимать. Контент, сидим 10 часов в кустах. Лучший контент, считаю я. А вы как считаете? Я считаю, что лучший. Сейчас налетим на него. Сейчас налетим мы на него. Давай, вот так вот. Тихо. А, да он еще в газу умрет. Да ходит мансить. А, все, тыкаем. Тыкаем отсюда. Он же минус 4 он сделал. Кубка. Нет, не персонажей. Далеко не персонажей. Нет? Ай! Нет! Отвали! Им такие сливаю. Ну ладно, ничего страшного. Ладно, на этом я буду коротким видео закончить. Спасибо за просмотр и всем пока-пока. Вроде короткое видео, а уже целых 13 минут.